Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем такой бриллиант. Делается очень легко. Давайте начнем. Нам понадобится лист размером 150 на 150 мм. Переворачиваем его на другую сторону. И этот уголок закладываем на этот. Складываем по диагонали. Делаем еще раз то же самое. Переворачиваем на другую сторону. Эту линию закладываем на эту линию. Раскрываем еще раз. Наведем наш центр. И уголки теперь закладываем к центру. Раскрываем, переворачиваем на другую сторону. Теперь у нас есть линии уже загнутые. Вот мы берем и так вот опускаем вниз. И у нас получается стандартная заготовочка обычная. Краешки подравниваем и еще разочек прогладим, чтобы все было ровненько, чтобы ничего не расползалось. Затем берем эту линию, закладываем по центру. Но проглаживаем не до конца, а только до вот этой точки, до этой линии. Вот наша линия. Точно так же теперь делаем. Берем вот эту линию нижнюю и сюда ее закладываем. И точно так же не до конца, а до середины. Вот у нас получилась линия сгиба. То же самое делаем теперь с этой стороны. Эту линию сюда. Переворачиваем заготовочку на другую сторону и делаем все то же самое. Эту линию к центру. Затем ориентируемся, чтобы у нас здесь был, получается, вот этот шов. И теперь собираем вместе по складочкам, и у нас треугольнички образуются. Толкаем вперед, назад треугольнички.
эту линию мы закладываем на эту линию. То же самое делаем здесь. Эту линию закладываем сюда. Раскрываем потихонечку. Этот треугольничек нам надо вовнутрь уложить. Для этого мы меняем направление линии. И таким образом закладываем вовнутрь. Теперь этот треугольничек нам надо туда уложить. Для этого мы берем вот так вот и толкаем его вперед. Вот, толкнули. И у нас получается такая защелка. И немножко вперед его так подгибаем. Уголочек, чтобы полностью там расправился. Есть. Вот наша защелочка здесь получилась. И теперь поразровняем все, прогладим. То же самое делаем здесь. Раскрываем. Треугольничек вовнутрь. Толкаем. Одна линия меняет направление. Затем треугольничек загибаем вниз. Вот таким образом. Толкаем его. Следим, чтобы уголочек полностью расправился, чтобы получилась защелка. Готово. Вот у нас защелочка. Переворачиваем на другую сторону, делаем все то же самое. Эту линию закладываем на эту линию. Эту линию сюда. Раскрываем, убираем вовнутрь. Одна линия меняет направление. Есть. И треугольничек загибаем, делаем защелку. Подвернули. Годится. И еще разочек. И затем все готово у нас. Осталось только сюда подуть. Дуем. Вот, дуем. Сейчас еще разочек. Наши линии получились нормально все. Отлично. Получился такой красивый бриллиант. Спасибо большое, что смотрели, спасибо за внимание. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем подставку для телефона. Делается легко. И она еще, получается, складывается. Чтобы она была компактной, можно ее или в тетрадку, или в книжку убрать. И
потом, когда необходимо, опять достать, разложить. Хорошая, удобная подставочка.